Друзья, приветствую вас на моем канале Шамбала Гембала. И сегодня у нас на обзоре вот эта интересная модель от Ашета в масштабе 1.24. Вот такой 0.1 кузове седан. Красный, невероятно красный, красивый цвет. Я даже не выдержал и поднял эту машину на природу. Думаю, здесь ее место на обзоре, чтобы она играла вот таких весенних солнечных лучах. Удивительно отличная детализация у этой компании. Посмотрите. Ностальгия по старому, по прошлому, коммунистическому прошлому, да, присутствует, ничего не скажешь. Видим детализацию салона. Жаль, у этой модельки масштаб 1.24 двери не открываются. Но все равно это не портит никакого настроения от владения вот этой модели. Изумительно красивая. Приехала без брака, все на своих местах, хром на бамперах в идеальном состоянии, зеркало не отломано, дворники присутствуют, погрешности покраски нету, ну, безумно красивая. Эти оригинальные колпачки. Лада 1.200. Красавица. Историю возникновения этого автомобиля, конечно, все знают, да. Рассказывать не надо. А мы можем просто сесть и посмотреть на вот эту красоту на фоне природы. Еще раз скажу, что в масштабе 1.24. Производитель Ашет, которых производят непонятно где, то ли в Китае, то ли в Бангладеше, в Индии. Самое главное, без брака. Так, обратим внимание сюда на знак Лада. Не, ну удивительно классная детализация. Я всем советую, чтобы вы держали бы вот такое чудо в своей коллекции. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.